А голуби над головой кружили свой самый белый в мире номер. Скажите, в вашей спальне пела вьюга, а вы читали ей свои стихи? А в каждом взгляде вы искали друга и брата как спасение от мысли. А вы когда-нибудь стояли на вокзале, вдыхая сложный запах поездов, а вам казалось, что вы в другом зале, почти что задохнулись от духов. Скажите, вы когда-нибудь рыдали на взрыв от счастья горького с утра, а душу на салфетках оставляли редакторам? А вы надеялись на Божью волю? А вы с листьями метались в свет? А вы благословляли свою долю, когда любовь ушла и больше нет надежды? А вы смиряли строгую гордыню, пытаясь одолеть свои пути? А вы любили так, что даже имя вам больно было вслух произнести? И если вам хоть чуточку знакома ошибок прядь твоей шальной руки, то значит это вам, а не другому. Я написала все свои